Короче, ребята, всем привет. Микрофон и кипопай, сегодня играем в Roblox. Какой-то челлендж. Пройти вроде бы надо. О, еще один. Как этот сука на Friday Night Funk. Я это узнал. Еще одна. Лопается все опять. Нет, нет. Я понял. Да, реально отсылка. Ну, вообще-то стрелка. Да. Возможно, оттуда вот из Роблокса взяли. Хотя там, может, какой-то новый челлендж был в 2021 году. И вот отсюда вот и взял. Что такое? Так. Вот так. Вот это как доска, типа. Так. Оп. Бу. О, видел, тут написано. Что-то понял, как по первой букве, типа там, но. Ладно, я понял. Да-да-да, реально идет отсылка на ту игру, то или нет? Ладно, про. Шо, вы издеваетесь? Я еще раз хочу. А, это только в эту сторону. Так и понял. Это чекпоинт. Чекпоинт. Ого, тут надо вообще аккуратно быть. Попит. Они стали популярны в 2021 году. Ну ладно. Это вообще как? Дима очень любит, кстати, придумывать, вот кто такие. Ого-го! Ты что делаешь? Куда ты упал вообще? Пустой упал. Ага, упал. Вот тебе и ты и упал. Чупа-чупсы там, что ли, какие-то. Дяденька, дайте, пожалуйста, чупа-чупс. Там был такой, короче, мем. А это уже что там вниз надо или что там такое? А это и не буду рисковать трогать. Потому что вдруг сейчас что-то произойдет, а. О! Я испугался. Вот так. Идем. Как там классики называется игра, я помню. Забыл слово. Оранжевый, вот такой вот светло-оранжевый, это мой любимый цвет. Я не знаю, код я выбрал голубой цвет, синий, но Коди, ой-ой-ой, на канале Коди. Коди, короче, выбрал цвет синий, и я передумал это, и потом понял, что надо выбрать другой цвет, потому что повтор нельзя делать. Я решил выбрать просто вот так оранжевый. Но голубой к синему. Поэтому это тоже не считается. О, пончики. Гомер любил Симпсон. Так. Пицца? Я обожаю пиццу. А в Роблоксе она выглядит вот так. Прикольно. Опа. Ой. Куда ты упал? Снова упал? Скажи нет. Это ссылка к игре в кальмара. Будет что-то типа с Лунтиком. Соник будет. Да. Вот если бы я придумал бы Роблокс. Свой про меня, типа такой. Не, это уже шутка какая-то. Ого, что происходит? Надо видео какое-то придумать. Потому что там длинных видео про реальную жизнь уже наконец-то я какое-то видео снял. Про малыша. Мне говорили то, что он. Ой, какой симпатюлька. Симпатюлька, как Пикачу.
Мент 2016 года. Тогда у меня таких игрушек по типу мультиков вообще не было. Ни Пикачу, ни Миньона, ни Боб-строителя. Только в 2020-м такие игрушки у меня появились. А у Димы, не знаю, наверное, Хаги-Ваги появился в 2022-м. Прикольно, это как по небу прям ходим. Не совсем, кажется, но... Да, это было уже 7 лица. Пасха, сейчас уже Пасха прошла. Какая Пасха? О, чё так? Поигнали. Ой, чё так? Да чё так быстро, а? Опа, 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 опа. Что за? Что за? Ты куда упал? Приятель, куда ты падаешь? Соседи. Это арбуз. Но он выглядит как пицца. Или острый. Так, на это можно? Можно. Я аккуратно. Ой-ой-ой, мы упали. Чего страшного? Пропрыгаем. Это... Я подумал, типа, что там бутерброда совпало, а оказывается, это какой-то баг тоже. Так, это, я думаю, тоже нельзя. Да, я так и знал, что мы сейчас зацепим. Ожидал, что сейчас пройду нормально, а оказывается... Ну, опять, ну что ж, сейчас опять, да? Ну опять вот сейчас что-то. Да, правду говорю. Значит, надо где-то. Ах, и тут тоже, ну понятно. Будем действовать по-другому. Да что ж такое-то? Что за невезение такое? Да что? Чтоб тебе, ну как же так-то? Так. Нет, куда? Это как стирачка в школе, но... Какая-то червяк. И стой. Да шоп! Почему я постоянно падаю? Не вопрос у меня такой. Так, аккуратно. Таш! Аккуратней. Таш! Это что-то странное. Надо найти какое-то обращение и взять его, типа. Если кто-то какой-то хейтер будет, например, Генри Берогович, то к нему Манихера Минифантик возьмут. Если сделаю на скрин... Я просто так обращение не умею делать или брать. Ну, просто так, без скрин-рекординга. Особенно Фредди Фросберг так же самое сделал. На Геннадия Горина учи уроки, дебил. Вот. Еще говорю вам. Например, просто так брать чужие ролики я не умею. Но умею на скрин-рекординге. Где музыку вставлять, еще не научился. Это тоже что-то на скрин-рекординг. Кстати, да шоп. Надо как-то аккуратней.
Кто ж? Я попробую найти какое-то обращение без плохих слов и ставлю его. Ну, не оскорбительное, потому что YouTube банит. А я этого так просто так не хочу, Мэдди. Изи. Или что там? Да, это хард. Опа. Это типа как скорая помощь, а это как... Не знаю. Если Генри Берегович нас будет хейтить, то я ему с говорящим Томом, он ему скажет за все то, что он вытворяет. Не знаю. Он ему скажет, что ты вытворяешь. И тебе все объяснит, как поступаешь. Можно на батуте попрыгать? Есть! Какое развлечение! Люблю батуты. Но в жизни я так никогда не прыгал. И все. Пройдено. Ладно, ребят. Всем пока. То есть, нет, куда мы упадем? Ух ты! Что это за место? И долго мы еще сюда будем падать? Капец. Мы ж так умрем. А, вот самое начало. Ладно, ребят, всем пока, до скорой встречи.